ситуация достаточно интересная с проектированием и строительством церкви на водной глади в городе Екатеринбурге. Я, к сожалению, место это знаю плохо, недостаточно хорошо. Я мало бывал в городе, в славном городе Екатеринбурге, но мои друзья-архитекторы посвятили меня в проблему. Я понимаю беспокойство архитектурной общественности Екатеринбурга по поводу этого объекта. Мне кажется, основное предназначение церкви – это любовь. Дарить любовь, получать любовь. Больше церковь ничем не должна заниматься. Она не должна кого-то насиловать и насильно ввергать в свое лоно церкви, в свою религию. Если большинство профессионалов в городе Екатеринбурге считает, и я их поддерживаю, я их понимаю, считает, что в этом месте не надо ставить церковь, но надо попытаться понять их аргументацию, прислушаться к ним и, поняв, отказаться от этой затеи, потому что будет раздрай в обществе, а церковь не должна этим заниматься. Церковь должна любить, вот основное слово «любить». А раз сеем вражду и ненависть среди населения, значит, это плохая затея. Значит, она не может витать в пространстве. Насколько я успел изучить проект, он неинтересен. Я не сомневаюсь, что это делали высокие профессионалы. Но высокие профессионалы не должны так поступать. Рядом находится памятник архитектуры стадион «Динамо». Рядом находится 3 церкви. Зачем в Екатеринбурге 4-я церковь в этом церковном кусту? Я этого не понимаю. Более того, если бы вы остроумно поступали, вы бы ее поставили на воде и провели какую-то тонкую, малозаметную связь между берегом и церковью. Также вы на самом деле насыпаете остров, ставите на него церковь, возводите мосты, которые в конце концов превратятся в сплошной мост, то есть это уже не будет остров, это будет такой полуостров. Это неверно. Это неверно. Задача решается непрофессионально и не по-человечески. Поэтому давайте эту проблему, я прежде всего говорю, обращаюсь к церкви, давайте ее еще раз по-хорошему обсудим. Обсудим и примем взвешенное решение, которое позволит и церкви любить своих прихожан, и прихожан точно так же относиться к церкви с любовью. Спасибо за внимание. Благодарю вас.